лондонском выставочном центре «Эксель» продолжается международное лодочное шоу. Здесь выставлено более 1000 экспонатов, включая самые роскошные в мире моторные яхты. В этом году одна яхта на экспозиции бьет все рекорды. Позади меня «Принцесс-32». Это самая большая и самая тяжелая лодка, когда-либо выставленная на лодочном шоу в Лондоне. Длина яхты более 30 метров, а водоизмещение 100 тонн. Это самая большая лодка, которую мы когда-либо производили, хотя в настоящее время мы работаем над еще большей. Это также крупнейшая лодка, когда-либо выставленная здесь, в лондонском центре «Эксель». Организаторы сообщили нам, что она так и останется самой большой, потому что по весу и по длине мы достигли предельных параметров зала. Было достаточно сложно доставить ее сюда. «Принцесс-32» не только большая, но и невероятно роскошная яхта. Перед тем, как попасть на лодку, нам пришлось подождать, пока ее осмотрит бельгийский король. Дизайн яхты был создан по заказу покупателя с Ближнего Востока, имя которого не называется. Особенность этой яхты, как и всех остальных, это то, что ее параметры задает владелец. Они проводят много времени с нами на нашей фабрике в Плимуте, с нашими дизайнерами интерьера. Здесь в основном сочетание орехового и черного дерева, которое комбинируется на разных поверхностях и в отделке, тщательно отполированное, как и следовало ожидать. У нас повсюду множество красивых тканей и материалов. У нас очень сложная система электроники, и не только для развлечений. Вся яхта оснащена системой Bang & Olufsen, а система навигации и мониторинга на этой яхте являются произведениями искусства. После окончания шоу компания «Принцесс» доставит судно в Средиземноморье. Стоимость яхты почти 10,5 миллионов долларов. NTD, Лондон, Великобритания.